Всем привет! Еще одно видео для себя, и у меня огромная просьба для тех, кто вдруг случайно на него напарывается, начинает бешено отписываться в надежде, что на моем канале будет только фикс-прайс. Фикс-прайс будет, но не в каждом видео. Поскольку у меня огромное количество косметики разной, и я для того, чтобы просто знать, что где лежит и что к чему относится, снимаю вот такие коротенькие 5-минутные видео. И вполне возможно, кому-то из большого количества моих подписчиков, может быть, там, не знаю, 10 или 5 человекам это будет полезно, но не надо по этой причине отписываться. Не думайте, что у меня будет только косметоз и какое-то навязывание покупок. Нет, неправда. Значит, это видео будет коротеньким. Я также быстро показываю свои хайлайтеры и то, как я вообще с ними работаю. Значит, это палеточка от Just Санкт-Петербург. Многие говорят, что она не прочная. Не знаю, этой палетке уже, наверное, 4 или 5 лет. Здесь основная масса – это тени Art Visage, шелк или матовый шелк, как-то так они называются. И они работают как хайлайтеры. Вот. Здесь именно и розовые, и золотистые, и, в общем, всякие разные. Да, и серебристые вот еще есть, это 119-й. В общем, вот так я просто сделала палеточку сухих хайлайтеров. Здесь пудра от Just, здесь еще один продукт от Just. Вот как себя ведут продукты от Art Visage, если их взломать. То есть вы чувствуете, какая прессовка. Art Visage рефилы магнитятся в палетку, что не может не радовать, безусловно. Поехали дальше. Это я уже показывала в предыдущем видео. Это нескончаемые продукты от Alabon, китайский бренд. Он такой полупрофессиональный. Коробочки как новые. Продукт тоже как новый. Вот такой золотисто-розовый. И, в общем, если его нормально наносить, все прекрасно. Никакой мак и прочая запеченка. Там, я не знаю. Но у меня было одно время желание куда-то их подевать и как-то от них избавиться. Ну, купить себе там Мэри Бетти иллюминайзеров, сделать на них один обзор, который посмотрела бы 200 человек в год. Потом я решила, что я не буду маяться этой дурью и просто не буду с ними расставаться, потому что коробка в порядке, сами продукты в порядке. Это кушон от Хера. Хера – это бренд, который изобрел кушоны корейский. Вот у них перекликаются коробочки с Алабоном. Такое возникает ощущение, что они сделаны из чего-то одного. Ну, правда, да, такое ощущение. Вот так он выглядит. Тут немножко заляпанная губочка. Вот такой продукт. С удовольствием возьму еще раз. Брала на Buy & Coins, теперь их нет. Это оттеночек N Natural. SPF 50, PA++++. В общем, 3 плюса. Made in Korea. Натуральный, 21 для белоснежек. Отличный продукт, супер. Так, у меня остается минуты 10. Вот еще сухой хайлайтер от Maybelline Colorama. Такая пудра хайлайтер. Вот от Catrice. Светлая пудра хайлайтер. Вот палеточка от Avancen. Здесь тоже присутствует белый хайлайтер. Он такой деликатный. Да. Вот такая просто огромная палетка, где почти все сверху может быть хайлайтерами. Я ее использую для детей, для малышей. Очень здорово. Итак, у меня в распоряжении 30 секунд. И два вот эти продукта хайлайтер BIM. Ой, сори, да. Это вообще практически как BIM. От, как он у нас называется? Benefit. Половинку я использовала с прошлого лета. Шикарный хайлайтер. Пожалуйста, Ермак, я вас умоляю, верните его на рынок.
Иначе я буду просто вообще посыпать голову пеплом. Пожалуйста, верните на рынок этот продукт, я вас умоляю. Ермак, пожалуйста, верните этот продукт на рынок, я вас очень прошу. Он стоит своих денег. Я взяла его прошлым летом. Очень экономно израсходовал только пол баночки. Великолепнейший продукт. Замены пока я ему не вижу. Вот сводч. Вот. Его можно подмешивать в тональные. Его можно использовать самостоятельно. Его можно использовать как базу под тени. В общем, просто супер. Супер. Обожаю. И вот такой уже поюзанный Sugar Box. Face 01. Здесь хайлайтер в формате помадки. Ну, мне же надо было каким-то образом себя защитить от того, что скоро у меня не будет моего любимого хайлайтера. Вот такую я заказала. Ну, не знаю, видите вы или нет. В общем, это было видео из серии «Что у меня где?» подсвечивающего, яркого, светящегося и неплохого для работы фото и видео съемках. Я не приверженец брендов, не потому что я крайне бедна, я крайне экономна, и я не вижу смысла переплачивать за прессованные пигменты, слегка сдобренные капелькой парфюма в какой-то яркой упаковочке, которая через раз некачественная, и все равно все делается в Китае. Почти все. Всем всего хорошего, пока-пока.